А тебе, значит, жить и жить. Спать с моей женой, тратить мои деньги. Тебе своих не хватало, что ли? Дело не в деньгах. А, значит, насчет жены я прав. Ирина здесь ни при чем. Да что тебе объяснять, ты все равно ничего не поймешь. Тебя, кроме самого себя, ничего больше не интересует. Остальные для тебя в лучшем случае лишь ступеньки, по которым ты можешь карабкаться, куда тебе надо. Они и есть ступеньки. Вот парочка под тобой подломилась. Видимо, очень сладкая. Говоришь, Ирина ни при чем. А у этой ступеньки 40% акций. А с моей смертью все 80%. Мы на месте. Все готово. Чего ждешь? Мне приятно видеть, как ты унижен и беспомощен. Хотя и держишься спокойно. Неужели ты сам не понимаешь, что ты всю жизнь шел к этому? Людей ни во что не ставил. Ирине изменял, меня унижал. Что бы ты на моем месте сделал, а? Про предохранитель что не слыхал, стрелок? Теперь потащим без лирики. Поехали по порядку. Смысл? Да пошел ты. Следующий выстрел. Ухо отстреливаю. Вопрос повторить? Косарева. Косаревой продать хотели. Какие ментуре улики? Какие улики? Там доказуха по полной программе. Записи, свидетели. У тебя в машине героин нашли. Чего тебе еще? Фамилии. Какие фамилии? Мента наружника. Человека, который меня колол. Ира? Артём! Здравствуй, любимый. Артём, не надо! А я сейчас не могу разговаривать, у меня совещание. Позже встретимся. Артём, послушай. Не дергайся. Молодец. Почему они сигнала не дождались? Что они делают? Откуда я знаю, что они там делают? Руки за хозяин Громов! Я Артём! Молчать, что не есть! Меня спасать надо! Он ушел! Копылов ушел! Здесь чисто. Больше никого. Идиот. Ухожу! Могли бы просто сказать, зачем же так сразу? Да никто тебя не трогает. Чего? Да в подъезде он! Не мог он никуда деться! Обыскать все, пробить всех соседей, шахты лифта, мусоропровод, все! Всех прочесать, особенно этажом ниже. Если двери не открывают, пробивайте, кто живет. Узнавайте, дома или нет. Товарищ майор, тут соседка говорила, что кто-то входил в ту квартиру, мы звоним, не открывают. Ломайте. Ага, пошли. Иди сюда. Лейтенант Жаров, уголовный розыск. Чего так долго не открываем? А что случилось? В дверь кто-нибудь звонил? Нет, мы должны были. Это кто такой? А чё, отдыхаем. Все чисто. Товарищ мой. Шарманку сделайте потише. Оглохнуть можно. Сделай потише. Чё делать? Сикорский, вы почему штурм начали раньше времени? А ты выстрел слышал? А если б не успели? Лейтенант Карпов, уголовный розыск. Чего так долго открываем? Я сплю вообще-то. А что случилось? За последние 10 минут в дверь никто не звонил? Да нет. Ничего не было. Слушайте, а что, нужно обязательно дверь выламывать, чтобы узнать, не звонил ли кто? Ну, извините. Не мог же он сквозь землю провалиться. Товарищ майор,
Третий час ищем. Даже если он был здесь, давным-давно ушел уже. Мы все проверили. Надо просить помощи, привлекать еще людей, брать дом в оцепление и продолжать искать. Богдан Петрович, ты с ума сошел? Где я тебе людей возьму? Да что ж такое, опять малые. Значит так, Жаров. Оставишь двоих на наружке, двоих на крышу. Все, поехали. Да не бойся ты. Все стихнет, я уйду. Кострома. Ашхабад. Дюрер. Нет такого города. Есть, в Германии. У меня там брат служил. Подъем. Пиджак снимай. И кепку тоже. Зачем? Этот дом какой номер? Чего? Ноги моей больше здесь не будет. Быстрее давай. Богдан Петрович, завтра бы выходной, а весь день на ногах. Через крышу он не мог уйти. Через подъезд тоже, наши везде его ждали. Только квартиры остаются. Мы там две двери сломали. Все перерыли. Везде пусто. Спасибо. Этажом выше и ниже от Громова. Вспомни, кто открывал. Сверху семейная пара, молодые. Парень выскочил, орёт, еле домой загнал. Сбоку квартира мужик с собакой. Не хотел дверь открывать, пока не пригрозил ему, что сломаем. Снизу один спал, проснулся, когда услышал, что у соседей дверь ломали. Перепуганный такой, заспанный. Стоп. То есть над ним стреляли, в окно влетали. Володя, разворачивайся. Номер квартиры. О, смотри-ка. Ну-ка, дай за ним. Да успокойся ты, это бомжара, я его там видел. Ага. Ну, тогда кимры. Не кимры, а кимры. Мои. Ага. И шкарала. 4-0. Да, ну и видок у тебя. Лед есть? А что ко льду? Джин, виски, текила? Чаю, если можно. Чаю? Знаешь ли, в этом доме отродясь не было. Ну ладно, сейчас посмотрю. Перекрестки налево? Нет, прямо поедем.
Женя, не мне тебе объяснять. Как нам тело это нужно? Ну, не было его в квартире. Ушел. Виталь, что я мог сделать? Ну? Еще этот Гринько везде нос сует. Воду мутит. А, неудачник. Капитан 45. Если этот капитан 45 начнет рыть, скажешь, услышал выстрелы из квартиры, действовал по обстановке на свой страх и риск. Чтоб не поздно, мол. Понял? Да уже сказал. Как сказал? Да, Виталь, не ссы ты. Гринько уже наехал? Да на кого он наехать-то может? Ну... Нет, я не понимаю, как эти козлы могли его упустить. Как они могли его упустить? Чего ты хочешь от Прыгунова? Надо искать другие варианты. Селиван? Если он найдет Артема, у него появится масса вопросов к нему. Где гарантия, что Селиван ему не поверит? Боюсь, дорогая, это не в наших интересах. Значит так, как мы на повара этого выходим в наших общих интересах, чтобы не заговорил, сука такая. Ну, давай. Хватит ее жрать, эту водяру. Тебе нужно было просто потянуть время, и все. Я смотрю тебе, дорогая, легко говорить. Ты тут весь день виски локала, а он мне пистолет к колбу приставил. Ты что, серьезно думаешь, что мне тут легко сидеть одной и ждать, пока Артемка придет? Ничего мы ждать не будем. Подумать надо, что делать дальше. Ты на моем месте сделала, а?
сюда, наружника! Человека, который наколол! Еще кто-то. Товарищ полковник, не было у меня времени на согласование. Я услышал выстрел и решил действовать по обстоятельствам. Пока бы я по рации туда-сюда объяснял, он бы запросто его смог завалить. В смысле убить. А так, жизнь человеку спасли. Садись. Есть. Как руководитель операции, я считаю, что капитан Сикорский в этой ситуации принял единственно правильное решение. Копылов же угрожал Громову пистолетом. Именно в этот момент капитан Сикорский испугнул его. Если бы капитан дождался сигнала, мы могли бы взять Копылова. Минуту надо было подождать, чтобы до двери добежать. Без «если бы». Гринько, взрослый мужик, что ты «если бы» да «кабы»? Майор, дальнейшие действия. Усиление наружного наблюдения за всеми возможными контактами Копылова. Гринько. Ему надо где-то жить, где-то спать, что-то есть. В одном месте мы уже спугнули его. Теперь он знает, что мы следим за всеми его возможными контактами. К знакомым он теперь не пойдет никак. Ну, правильно. Правильно, остается крыша. Селиван. Скорее всего, Копылов укроется у него. А что Селиван? Чаем будет его поить, что ли? Селиван и так хочет забыть свое преступное прошлое и стать просто бизнесменом. А Артем со своей наркотой тянет его опять в криминал. Вот через наркоманскую сеть надо искать. Через дилеров и поставщиков. Ну вот и займись. Вот здесь вот распишитесь, Богдан Петрович. Надолго? Через полчаса верну. Хорошо. Прекрасно выглядишь, Варюша. Бесполезно, Богдан Петрович. Обстоятельства сильнее нас. Иногда. Женя, привет еще раз. Не поможешь? У меня по пленочке с Копыловым пару вопросов. Сейчас.
партия пришла, товар проверен, качество... А этого второго-то как зовут? Конев Вадим, погонял и мерен. Из системных торчков, так сказать, с идеологией. Раньше сам барыжил, а последние полгода под Копыловым. Перешел, так сказать, из пошива в индустрию. Если старый барыга, зачем самому докладывать? Лишний риск. Позвонил бы по телефону, я не знаю, СМС бы сбросил, до массы вариантов. Копылов всегда настаивал, чтобы о больших партиях ему докладывали лично. Всегда настаивал. Из показаний, что ли? Ну хорошо, доложил. Товар умеренно. Но зачем Копылову самому-то развозить? Нет, что-то я не понимаю. Ну, что ты копаешься-то? Сейчас надо Копылова брать. Тут и так все понятно. Тебе понятно, а мне нет. Мерин показания давал? Богдан, ей-богу, ты как маленький. Это ж понятно, что сделка. Он сдает Копылова, а мы его не трогаем. Адрес Мерина дай мне. У меня к нему пару вопросов. Что? Что-то не так? Дело не помешает или как? Это я, Артём. Вижу, и что? Слушай, может, в машине поговорим? Какая машина? Иди отсюда. Подожди, мне помощь твоя нужна. Не подходи. Не подходи, я сейчас милицию позову. Я... Милиция! Объясню всё. Милиция! Милиция! Так, держите. Спасибо. Что еще? Еще килограмм груш. Будь сюда, брат. Угу. Подождите, подождите. Что? Смотрите. Ну, давайте о, заменим. О, гнилая, давайте ее сюда. Выбирайте сами. Ну и вот эту еще. Давайте. Еще возьмете? Да хватит. С вас 102 рубля. Воруем, значит? Опять ты? Сегодня без ОМОНа. В смысле? В смысле, пиджачок мой. Не маловат? Маловат. Ну ладно, бывай. Подожди. Ты что, эту гниль есть собираешься? А что, есть приложение? Вот, пожалуйста. Спасибо большое. На здоровье. Девушка. Что такое? Извините, пожалуйста. Ну, что надо? Фруктики взять. Слушай, какие фруктики? Иди отсюда. Ну, что, вам жалко, что ли? Слушай, ты что, эту гниль есть будешь, что ли? Буду. Слушай, иди отсюда. Ну, вы все равно это выбросите. Я? Я сдаю все это. Слушайте, идите. Извините. Нормальный. А ты пистолет с собой носишь? А что? Надо было манго брать. Я его никогда не пробовал. А ты? Ладно, пока. Слушай, а ты где обитаешь-то, а? У тебя можно переждать? Ну, пошли. Дождик-то, кажись, кончился. Да пришли уже. Ой.
А как ты такой домино-то нашел? Да это бывший санаторий. Я его раньше купить хотел. Под ресторан. О! Наскальная живопись. Коллекционируешь, что ли? Размер не могу найти. Так а эти? Да эти жмут дико. О, слушай, можно двумя путями пойти. Либо подошву отрезать и обмотать что-нибудь там брезентом или кожей, либо просто носок отрезать, вот, будут пальцы торчать, как ну погоди. Ничего, кстати, к Нурату. Стакан у тебя есть? Не-а. Ну, тогда из горла. Постой. Я хочу, чтобы ты кое-что для меня сделал. Не бесплатно. Но, извини, я не по этой части. Не, ну, мужик ты, конечно, видный. Обалдел, что ли? Я не про это. Да сядь ты, не мельтеши. Женя, Евгений! На силу догнал. Ты мне материалы по Америке обещал дать. Слушай, я сейчас на выезд. Давай завтра, а? Так ты скажи, где я сам посмотрю. Они у меня в сейфе заперты. Все, извини, я опаздываю. Меня загоняют. Моя свобода – вопрос времени. Если я буду прятаться, меня рано или поздно найдут. Че ты от меня-то хочешь? Чтобы я тучи развел руками? Я должен действовать. Мне нужны руки, ноги, уши. Понимаешь? Че ты? Мои, что ли, отрежешь? Это фигурально. Ты должен делать то, что я тебе скажу. А деньги? Где? Потом, когда все закончится, будут деньги. Угу. Ты классику-то знаешь? Про деньги истории слышал? Если ты мне поможешь, у меня появляется шанс. Кстати, как у тебя тоже, выбраться из всего этого. Интересно, сколько мне нужно, чтобы выбраться из всего этого? $1000. За 1000 ты даже место на кладбище не купишь. Везде такая каша заварилась, а ты хочешь 1000 откупиться. 100 000 куда ни шло. 100? 100 так 100. По рукам. Тебя звать-то хоть как? Каракозов. Лев Андреевич. Потомственный революционер и генетический алкоголик. Значит, я вас что собрал-то? Коммерс этот, Копылов, его не по нашим делам ищут. Но если найдут, он много лишнего наболтать может. Так надо с ним порешать. Не все так просто. Сейчас на него менты по всему Питеру заряжены. Все его места пасут. Антон. Не, сами мы его искать не можем. Зачем нам с органами конфликт? Но и в лапы отдавать им его нельзя. Железно. Угу. А посему нам нужен человек из разрабатывающей его группы. И о том, что его берут, мы должны знать минут на 10 раньше. И вот за эти 10 минут мы должны все успеть.
А если получится, еще и ко мне притащить на пару слов. Ну, а если не получится, значит, не судьба. Не, у меня нет связи в Авноне. У меня есть, я договорюсь. Ну, вот и ладушки. Ну, чтоб не получилось, как это тебя там в Америке научили? А, дерьмо попало в вентилятор. Вот именно, дерьмо в вентилятор. А делать ты чего? План Б. Будем действовать по плану Б. А что это такое? Планом А. Назовем естественный ход событий. Это когда все по правилам, все как заведено. Но на то, как со мной поступили, я отвечаю дракой без правил. Все позволено. Любой удар, любой прием. Противнику ничего не сойдет с рук. Это и есть план Б. А конкретнее? Прежде чем начать партию, мы должны выяснить, как расставлены фигуры. Есть тут один человечек, Селиван, бывшая моя крыша. Так вот, я теперь не знаю, на чьей стороне этот правильный мужчина. Да? Ну так приезжай ко мне. Где? Ливан, собирай бойцов! Живей давай! Что случилось? Копылов назначил встречу. Селивану через полчаса на Финбане. Откуда информация? Перехватили телефонный разговор. Давай. Слушай, подожди, сейчас мигом с тобой. Да времени нет, уезжай на своей. Странно. Это на него не похоже. Он же вроде никогда не опаздывал. Чё ты ржёшь? Нашёл время. Да нет, представил, как мы сейчас выглядим в глазах Артёма. Не понял? Он где-то здесь. Просто смотрит на нас. Ливан, пусть твои люди походят здесь, а? Ножками. Он здесь где-то. Да, понял. А Паш, пошли по бойцам. Пока никого нет. Ничего интересного. Ничего вообще, пусто. Брать объект сразу, на подходе. Не дайте вступить ему в контакт. Женя, Копылов нас за нос водит. Он наблюдает откуда-то. Пусти ты оперативников по площади. По магазинам, где есть обзор. Богдан, я сам знаю, что делать. Да он же имеет нас всех, тебя, меня. Селивана. Отбой. Задолбал. Ну чё, как дела-то? Да никак. Да. Представляете, в Москве метро свои вбивают. Да когда это было-то? Нет, но все равно вон, забивают. Ну ладно. Пойдем. Ливану что делать? Опусти щит, а? Да. Ливан, мы сваливаем, а вы ищите дальше. Он где-то засел. Понял, да? Извините, пожалуйста, может быть, вам что-нибудь подсказать? Нет, спасибо, я и так все вижу.
Смотрите, а то у нас широкий ассортимент. Нет. Все нормально? Какой нормально? В Москве в метро сваи вбивают. Какие сваи? Ну, сваи. Да ты что, Лёва, оксись, когда это было? Ну, все равно сваи в метро. Там и милиция была, и урки. Так что со всех сторон ты попал. Ясно. Вариант с Селиваном не проходит. Плакал мой миллион. Наоборот, шансы растут. Самое ценное в мире – это информация. Она позволяет совершать правильные шаги. А мы нужную информацию получили. И что теперь? Тайм-аут. Деньги нужны. Есть нечего. Ну, деньги всегда можно найти. Мы что продаем? Мы шубы продаем. Дубленка. Если вас кто-нибудь увидит, он здесь шуба купит? Дубленка купит? Нет. Нет. И еще раз нет. Ты что, умный, да? А тогда почему так одет? Умник. Жертва режима. Наксер и убог. Ты смотри у меня. Значит так. Перед тем, как взять реквизит. Ну, реквизит. Речевизит. Всем принять душ. Все, пошли. А чего? Помыться-то хорошо. А это мыло-то дают, а? Водичка только ледяная. Ты зайчик желтый. Так, давайте. Благодарствую. Значит, с места не отходить. Только на обед с пол второго до двух. И не надо стоять все время на одном месте. Надо ходить туда-сюда, чтобы привлекать потребителя. Давайте, покажи, ну-ка. Давай. Надевайте. Давай голову надевай. И что ты прыгаешь, а? Ты тебе сказал, ходи туда-сюда. Давай, иди туда. Сейчас сюда иди. Вот так ходить надо. Хорошо. Все, снимай. Значит, когда все будут готовы, в автобус. Лично буду проверять. Кого на место не увижу, штраф половина оплаты. Блюзов сраных. Будем слушать нормальную музыку.
Немного ли ты пьешь? Я устала. Позвольте спросить, от чего? Хочу, чтобы все это уже закончилось. Все будет хорошо. Не сегодня, завтра его поймают. Он где-то здесь, понимаешь? Он где-то рядом, я это чувствую, не знаю, чем чувствую. Ирина, тебя охраняют. Ты в полной безопасности. А ты в курсе, что Артем очень хороший шахматист? Он умеет в голове простраивать логические цепочки для того, чтобы добиться своего результата. Да какие цепочки, черт возьми? Я обо всем позабочусь, выкинь ты это из головы! Ты уже позаботился! Олег! Олег! Иди сюда, пожалуйста. Иди ко мне. Может, давай уедем, а? Прямо сейчас. В Пулково возьмем билеты и все. Забудем об этом навсегда, а? Ирина, послушай. Италия, Франция, Барселона, что угодно. Куда хочешь. Ириша, поверь, я очень люблю тебя. Правда, но ты пойми, ну что мы там в Барселоне, бомжевать будем? Надо закончить это дело, слышишь? Ну так заканчивай. Сделай так, чтобы он исчез. Чтобы его не было, сделай. Ты что, поорать захотела, да? Или у тебя мысли есть? Ну ладно. Когда мой отец еще жив был, у него возникали щекотливые ситуации по бизнесу. Насколько щекотливые? В него стреляли несколько раз, на минуточку. Он бронетранспортером разгонял бандитские джипы на даче. Так вот, когда его служба безопасности не могла решить проблему, тогда отец обращался к одному человеку. Так вот, я думаю, что он и нам с тобой не откажет. Уж не решила ли ты, Артём? Заказать. Просто заказать и все. А знаешь, Ирина, я ведь тебя недооценивал. Я тоже.